Хуя там, блядь. Это его пробег, ничего себе. Круто. Может тоже катнуть. А куда это хоть едут-то? Ничего себе, я даже не знал. Столько народу. Капец. Фига себе. И перекрыли окружную даже из-за этого. Я думал, там какие-нибудь танки поедут. А тут велопробег какой-то. Мощный такой пробег. Калининградские велосипедисты. Ничего себе. Фига себе, армия. Армия. Да, четко. А куда они едут-то, интересно? Колбаса длинная растянулась. Это ничего себе. Я в ахуе, честно говоря. Это открытие сезона, что ли? Что-то я даже конца-то не вижу этой колбасы вообще. Ни хрена себе. Ёма, сок там 500 тысяч, что ли? Нихера себе. Ё-моё. Когда они закончатся? Ё-моё. О май гад, о май гад. О май гад. Так, где конец-то вообще? Не вижу я. Где хвостик? Охренеть. А, вот колбаса поехала в сторону Чкаловской. Они там вылезают. Ага. Туннельчик. Ни хрена себе. Четкие ребята. Молодцы. Блин, все знали, а вот я не знал. Охренеть, вообще не понимаю. Фига себе. О, сейчас прошу, ну, ребят. Если, конечно, спрошу, ну. Ребята, они куда едут? До куда? А? До куда они едут? А,
До Переславского, говорят. Вчера, в принципе, мы там были. Да, блин, народу нахрена. Это такой, да, калининградский велодвиж. Слушай, откуда они все появляются? Я вот езжу за город, там нет такого количества людей, катающихся. Какие-то городские катальцы, что ли. В принципе, сегодня выходной. Выходной можно. Блин, уже колбаса, это едет уже 5 минут. Здорово. Ну, вижу конечек. О, хвост вроде появляется. Народу поменьше уже. Там в конце где-то. А, вон замыкающие, вижу. Тачки. Это вообще феноменальное количество. Шесть минут уже едет на колонну. Ё-моё. Даже этот едет какой-то на роллерах. На роллерах фигачит. Вон роллер. Вот это да. Роллер по центру идет. Но все равно конца-то нету. Нормально. Куда долго? Это масштаб. Масштаб, вот это масштаб. Я шокирован немножко, шокирован. Вот это да. Все едет. Блин, нихрена. Еще спрошу кого-нибудь, чувачка. А, тетенька. О, планета спорт понеслась. Прицепчик планета спорт. Восемь минут прошло уже, все еще едут. Ничего себе. Это... Я не вижу просто хвоста, где хвост? Где хвост? Сколько людей? Просто безумие какое-то, велосипедное безумие. А до куда они едут? Это опасный чувак с рацией. Но он не отреагировал. Странный. Oh.
А да куда они едут? А? Какие-то ребята неразговорчивые. Фантарезы. Штрёх спросил, не отвечает что-то. Странные ребята. Это что такое, автор какой-то? Да, нормально, нормально. Такая талка. Это флаги. Интересно, дождусь ли я вообще хвоста этой колонны? Такое ощущение, что не по кругу едут. Они издеваются просто. А, вижу замыкающий. Есть, наконец-то. Вроде бы. Ага, вон там, оранжевая жилетка. Толпа такая. Да, мощно. Ну, я такой толпой не езжу. Я сам по себе катаюсь. Что-то у них никакой-то и нет. Аптечки медицинской, скорой помощи. Гаишники были, а скорой помощи нет. Опять планета. Что-то не пойму, нет, в конце. А, все, вроде машинка какая-то появилась. Есть. Машинка появилась в конце. Вон она, замыкающая. Стой, привет! А куда они едут? Да куда? Ага. Разобрался. Ух, нифига, какой-то автобус там даже есть. Ничего себе. Еще какая-то тетя. Какая-то тетка. Шина тетки второй круг нарезает. Охренеть. Мне еще батарейка странно, что не кончится. Все еще снимает. Да, там, блин, замыкающая колонна, там какие-то автобусы, ничего себе. Два мотоцикла. О, скорой помощи, две целых, ничего себе. Две скорых. О, а мотоцикл это BMW-шки. Это же эти. 01. Чё себе? МЧС. Амбуланс.
И непонятно вообще, что за пробег странный какой-то. Планета Спорт, еще целый этот прицеп какой-то. Автобус для кого? Гаишник. Сейфти. Кар. Шкода Октавия. 311 экипаж. ГАИ и какой-то машинка техническая, наверное, техничка, скорее всего. Ну ладно, все вроде прекрасно. 16 минут прошло.